Давайте свяжем квадратный мотив с цветком. Мы уже умеем вязать вот такой цветок. Связали мы его на предыдущем уроке, а сейчас я покажу, как вяжется красивый мотив из этого цветочка. Я буду использовать нитку белого цвета. Находим центральный столбик в лепестке, вдеваем туда крючок и вытаскиваем петлю. Провязываем воздушные петли. Раз, два. И после этого делаем накид на крючок и в ту же самую петлю провязываем столбик с одним накидом. Затем в ту же самую точку провязываем два столбика с двумя накидами, у которых будет общая вершина. Далее вяжем 2 воздушные петли и в ту же самую точку 2 столбика с одним накидом, у которых будет также общая вершина. И сейчас 3 петли вместе. Вот я провязала. Теперь провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Вот я провязала. Теперь делаем накид. И вот сюда, вершину последнего столбика с одним накидом, провязываем столбик с одним накидом. И далее, вот в эту точку, в первый столбик, в его вершину, также провязываем столбик с одним накидом. Теперь провязываем 6 воздушных петель. Далее узор будет повторяться. Находим центральную точку следующего листика и сюда провязываем 2 столбика с одним накидом, у которых общая вершина. И далее я уже показывала. Я покажу еще раз. Сейчас 2 воздушные петли. 1, 2. И затем 2 столбика с двумя накидами, у которых общая вершина. Так, провязываем один накид, затем делаем накид и дальше вяжем второй столбик. Вот я провязала. Теперь снова 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом, у которых общая вершина. 1 и 2. И 3 петли вместе. И далее снова 5 воздушных петель. И таким образом провязываем весь ряд. Вот ряд провязан. И в конце ряда вяжем соединительную петлю. Далее провязываем воздушную петлю. И под воздушную цепочку вяжем 2 столбика без накида. 1 и 2. После этого провязываем вот сюда вершину 1 столбик с накидом, затем воздушная петля и снова столбик с накидом. Затем продолжаем обвязывание 2 столбика без накида под воздушную петлю. Дальше столбик без накида вот сюда, следующую петлю, вершину столбиков. И под воздушную цепочку провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем пропускаем вот эти петли и снова под воздушную цепочку вяжем 7 столбиков без накида. Я провязала, и дальше повторяется. Вот сюда, в вершину
двух столбиков с накидом, провязываем столбик без накида. Далее, так как я уже показывала, здесь два столбика без накида, здесь один столбик, воздушная петля и один столбик, здесь снова два столбика и так далее. Обвязываем. Вот ряд готов, приступаем к следующему. И провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. После этого под воздушную цепочку провязываем столбик без накида. И затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Опять в ту же самую точку вяжем столбик без накида. И затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И дальше будет повторяться. Пропускаем 2 петли в третью столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 2 петли в основании. 1, 2. И столбик без накида. И так вяжем всю эту грань. То есть сейчас 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, столбик без накида. Вот я подошла ко второму углу. И под воздушную петлю вот сюда провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, в ту же самую точку столбик без накида. И далее вяжем так, как я уже показывала. И так обвязываем все грани квадрата. Ну вот и готово. Очень красиво получилось. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!